Добрый вечер, дорогие друзья. Наступил уже у нас вечер, как я и сказал. Собственно, у меня сегодня урывками получается вам снимать видео. Почему так? Потому что, к сожалению, вот получаются дела вот такие спонтанные, которые приходится делать. И от них никуда не скрыться. Это там бумажки всякие, административные штуки. Вон, Боня, видите, ломает там обогреватель. Молодец, молодец. Видите, поправилась. Видите, поцелуй, ты молодец. Смотри, иди сюда, обезьяна. Иди сюда. Видишь, ты колеса-то поправлять тоже надо. Зато поломается обогреватель. Боня, смотри, как я делаю. Видишь, вот здесь раз и все. Боня, понятно? Вот, понятно, молодец. Пойдем дальше. Так, ну что я хочу сказать, то, что сегодня просто вот спонтанный день, ой, не могу, вот, спонтанный очень день, и вот с этими бумагами, со всеми, у меня практически вот половина этого дня просто вот пролетела, как говорится, в никуда. Вот большое удовольствие, я вам скажу, что я вот прихожу к своим обезьянам, и что есть возможность пообщаться, и вот помимо, Мальтух, у тебя там упал, Бонь, иди подними, иди сюда, Мальт, неудобно там будет, давай, залази туда. Залази, вот там упала. Давай, как тебе? Так, ну это сейчас вообще начинается. Так, запрыгивай, запрыгивай. Давай, вон, там упал энтеросгель. Бонита, Бонь, смотри, упал энтеросгель. Да достань, пожалуйста, неудобно, я туда не залезу. Давай, молодец. Давай скорее, вот умница. Ну, другое дело. Дай поцелую. Побежал. Дай поцелую. Молодец. Ну, я не могу. Ой, ну это вообще, она уже вообще обалдец. Что там? Включился обогреватель, да? Звуки издает. Вот. Не знаю, Мальта сегодня решила уборкой заняться. Я ее не просил, она решила заняться уборкой. Вот, спокойно. Вы уже знаете, что Мальта у нас очень спокойная обезьяна. Вот. Видимо, ее можно оставлять вот на обед, чтобы она вот занималась, наверное, чисткой помещения, чтобы, как говорится, ей было в удовольствие, ей нравятся такие вещи, она любит у нас рисовать, я уже не раз вам это показывал. Вот, разобрали мы аптечку, видите, салфетка, Мальта понюхала салфеточку, стол спиртом протерла, правильно, Мальта, правильно, спиртом надо протирать, тряпками протерла, все, молодец. Вот кого можно оставлять спокойно, и все будет у нас хорошо. Вот это хозяйка. Единственное, надо еще Мальту научить готовить на обед. Раз, оставил. Вот мы поработали. У нас, друзья, с желудком были проблемы. Не с желудком, а Мальту я уже рассказывал. Покормил молочной кашей, и у нас тут проблемы начались. Вот такие дела. Энтеросгелем, как говорится, отъедались. Вот. Бонита, ну что у тебя? Как настроение? Рассказывай. Бонита, что у тебя? Как новости? Какие у тебя новости? Оп, молодец. Так. Видите, изучает новые трюки. Будем новый номер готовить на шарах. Ну что, дорогие друзья, видите, у нас тут, как всегда, беспредел происходит. Я понимаю, что вам весело с нашей компанией, но мне, к сожалению, надо уже убегать, потому что меня ждут ребята, нужно посмотреть, как они занимаются сваркой. У нас никак не начнется покраска. Я чувствую, приду, здесь весь стол будет разрисован, потому что Мальта, видите, уже за маркеры принялась и так далее. Нам тут совсем не скучно, это уж точно. Видите, обезьяны на ушах стоят целый день. Вот, Мальта тоже себе занятия постоянно какое-то находит. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки на ваше усмотрение, пишите комментарии. И, друзья, не забывайте ставить колокольчик в режим всех уведомлений, потому что не все получают эти уведомления и не знают о том, что, ну, вот у нас новые видео. А у нас они каждый день уже выходят. Я же для вас снимаю, друзья. Поэтому всем рад, желаю позитива. Кстати, это журнал, который мы сейчас ведем. Видите, здесь, в общем, все подробно расписано, кто во сколько, значит, убирает наше помещение. Сейчас новые такие вот у нас положения. И мы следим, в общем, за порядком не только так устно, но и документально. Ладно, я побежал. Еще раз позитивчика. И до встречи скоро в новых видео. Скоро, уже заговариваюсь. Пока-пока.